Так, а сегодня уже ой, понедельник, вторник, завтрак, и у меня будут вот такие мюсли. Мюсли я ем вот такие вот. Здоровый стиль называется. Они не сладкие. Здесь в состав там изюм входит, сухофрукты, поэтому как бы это все дополняется с как бы естественным сахаром. Там вот бананы сушеные. Есть еще это тропические, есть еще фруктовый микс, там целая сушеная слива. Вот, и значит, сейчас я добавляю сюда молоко комнатной температуры. Я не люблю, когда оно слишком горячее или слишком холодное. Вот, ну, где-то вот так, чтобы покрыть все это молоком. И оно постоит сейчас 10 минут где-то, и потом я буду есть. И, естественно, зеленый чай, как я уже не раз говорила. Это мой завтрак. Увидимся в обед. Пока-пока. Так, ну вот, ребятки, такой у меня обед. Это тушеная куриная печень с пюре. В принципе, ничего такого, я особо не заморачивалась. Обычно я туда еще лук добавляю, пассированный и пассированную морковь, но сегодня решила по-быстренькому, без заморочек. Вот. Выглядит, наверное, не очень приглядно, но я обожаю куриную печенку и, не знаю, готова за нее душу продать. Приятного аппетита! Привет, народ! Сегодня у нас все еще вторник. И это мой ужин на сегодня. Творог с морковкой и зеленый чай. До завтра. Увидимся на завтраке.